потихонечку, не спеша, может, глазки закрыл. Отлично, раз, хорошо. Два, хорошо. Три, ну еще разочек. Опа, отлично, четыре. Как, все нормально? Да, вот пока делаю, все отлично. А у тебя не было там какого-то разговора серьезного такого на ножах в это время? Как разговор? Ну, разговора неприятного, который тебя бы это, вот. Слушайте, вот не было в понедельник ничего, вторник, вот у меня выходные были. Я же говорю, прям понедельник я даю себе отдохнуть после всей недели такой рабочей. Вот у меня гимнастика, и я там дома покушал, полежал, походил там. То есть разговора не было такого? Никакого, нет, такого... никаких эмоций таких раздражающих, дома, неприятных? Дома, в семье как бы все хорошо, ага. Ничего там не это. А что за гимнастику ты делаешь? Гимнастику? Да. Не, гимнастику я с вами делаю. А, и все, да? Больше ничего особо не делаешь? Да, да, да. Хорошо, раз. Давай-ка. Два, давай-ка. Три, давай-ка. Хорош. Ну как, все нормально? Да. Туда. Сейчас даже оно приятно. По ногам пошло. Тепло. Угу. Так, ну что, хорошо, хорошо, да, да, отлично, опа, отлично, хорошо. Сколько, ты говоришь, вес там был у тебя? 630 было. 630, да? Ага, 630. Вторник, в среду я пошел в зал. Поделал спину изолирующими на тренажерах. А какую ты спину делал? Подтягивание широким хватом делал на турнике. Потом на тренажере тяга вертикального блока. То есть сидя и за спинку вот так раз, раз, да. Потом вот так вот к себе, чтобы вот эти вот мышцы задействовать. Раз, хорошо. Раз. И в конце гиперэкстензию сделал. А, вот эту, да? Да. Чуть-чуть не поднимаюсь максимально, чтобы мышцы уже не задействовать именно вот здесь вот бедра, а именно вот эти столбы. И вот когда пошел на растяжечку, у меня прям так чуть-чуть там прохрустело, я аж легче стал. То есть я вот так до конца наклонился, выдох сделал, по-моему, прям хруст. Гиперэкстензия, да? Ну, я ее делаю всегда, потому что она меня вот поддерживает реально поясницу. Хорошо. Сейчас, подожди. Это кинал. О, уже сила земли пошла. Тигран, заходи сам. Да, спасибо. Хорошо, раз. Хорошо, два. Хорошо, три. Вылазить. О, сейчас он уже прилипает прям. Прилипает, да? Только скажешь. Да, готов. Хорошо, потихонечку. Хорошо, раз. Хорошо, два. О, хорошо, три. Пять. Ну что, еще добавим, и все? Да, добавим, давайте. Пока идет хорошо, все комфортно.
Хорошо. Еще разочек. Я что, хорошо, пошел? Ну все, и на этом хватит. Ой, до скольки мы дошли? Я думаю, да. Мы дошли до 560. 560, да? Ну, я думаю, не надо, да, до 630. Все, готовимся к шимулёжу. Попробуем так, посмотрим ощущения. Что там у тебя такое этакое? Hello. Психосоматическое, да? Доброе утро. Доброе утро. Ну что, это погоняет. А что, может, с ногами тогда? А, лишь не делать, да? Джима лежа. Пойдет. Так. Ты сегодня выходной, да? Да сегодня не поработать надо. Сегодня я так получилось, надо поработать. Выходной. Конец месяца. Подробить планы. Отлично. Отлично. Еще раз. Замечательно. Пошел висяка. Пошел, 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 пошел. Отлично. Так, сейчас подкладочку. Оп.
Хорошо. Так, готов. Пойдем. Давай. Хорошо, хватит. Сколько там у тебя было результат лучше? О, что-то 340. Да, по-моему, да, что-то 40 или даже побольше. 360, по-моему. Нет, там не догнать. Сегодня щадящий режим у нас будет. На разок уперся и давишь. Просто давишь, давишь и давишь. Можешь глаза закрыть. Хорошо. Хорошо. Отдыхай. Закончим это? Да. Сегодня да. Так ты быстро хочешь уйти, да? Или тебе рано запустим нажим? Не, запустим. Запустим, да? Я думал сейчас делать, да, сколько там стоит, полегче. Да, хватит. Давай, настраивай себе. Полегче, думал, уже еще это в конце забьем, нет? Что-то я это, какой 330 было. Ну, 340. А сейчас 340, да? Что 360. Да, ты так будешь с этим? Ну, давайте попробуем так. Ты лучше вот как делал, так и делай, потому что это сразу тебе сломает движение. И это. И будет не то, что надо. Тогда забирайте. Не спеши, а главное не ворбись. Делаем все плавно, медленно, не спеша. Плавненько напрягаемся. Пошел. Отлично. О, тренинг. Давай еще разочек. Хорошо, еще разочек. Отлично. Отлично. Отлично, мы сработали. Отлично. Хорошо. Отлично, хорошо. Хватит. Походи. Пока еще дела не было. Отлично. Точно так же. Пошел. Хорошо. Хорошо. Ой, как я кайфую от этого делать. Ага. Thank you.
хорошо. Плавнее. Пошел, пошел, пошел. Отлично. 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 Знаешь, от чего у тебя может быть? Вот эти прострелы в спине. А? Вот ты как раз сказал, гиперэкстензию ты делал. Угу. И растянулся, да, она там немножко прохрустела, угу. Как бы растянулась, освободилась от чего-то. Но это дальше не означает, что она стала так, как надо. То есть она растянулась и куда-то слегка ушла. На место надо ставить, да? Раз. Давай. Все, пошел. Отлично, слушай. Сколько там у тебя вес самый большой? 280. Как она вот так вот действует. Вот сейчас чувствую себя вообще отлично. После дожима ногами. Поэтому... Сейчас. На раз. Пошел, 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 пошел. О, хорошо. Все. Ой, хорошо. Космос улетело. Как только надо это доберись поправить, а то что-то он туда и туда уходит. Какой молодец. Молодец. Вот, в некоторых случаях, вот у меня раньше, когда спина это болела, я и Василий Алексеев, ну они вот с помощью вот этого тренажера, да, через козла, так сказать, наклоны, они закачивали спину, и я спину закачал. А потом вот, когда вот более, так сказать, взрослом возрасте, ну ни хрена не идет. Не идет что? Да вот это упражнение. Оно... Упражнение не идет само по себе, да? Отлично, 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 280. Да давайте еще. Отлично, слушай. И вот это я... Я так понимаю, все растяжки и правки спины, вот это когда, да, вроде бы и надо бы делать, да, вот. Она ведет к тому, что вот вроде как растянула, особенно когда расслабился ты, поясница так чик-чик-чик-чик-чик. А потом вот, как она ее, грубо говоря, это называется потом, временный эффект, как она ее поставит. Нет, вообще-то это упражнение хорошее. Это хорошее. Как упражнение, она ее поставит, понимаешь? Вот. Где-то там как-то ее надо по-хитрому делать, чтобы она это. Ну вот я для себя уже сделал такой подъем. Ну вот самые вот эти страшные эти расслабления. Так. Собрался. И давишь. Хорошо, 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 хорошо. Вот так, 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 отлично. 300 килограмм. Носорожка. Мастер Руслан. 300 килограммов. Ёханый бабай. 300 килограмм. Давит как отлично. Как в путь, да? Да. Вот, попробуй с этой гиперэкстензией, не это. Ничего. Либо как-то так вот делать, чтобы... Ну, я вот столбы только забиваю и все. Ну, вот, смотри. Вот эти вот, получается. Смотри, что здесь. Ой, чтоб столбы, дело хорошее. Снимай. У меня, когда я тренировался, вот это вот делал 32 килограмма. А, я без веса делал. 32 килограмма.
потом где-то я уже дошел где-то килограмм 60, а потом даже ты это самое. Ну давай. А потом уже, я помню, что-то там, ну, наверное, на под 80. Вот это, конечно. Садились, я их пёж всех. И спина была вот такие вот, как колбасы. Так. Так, пояс. Цепляй пояс. Пояс. Пояс верности. 300 килограммов, ё-моё, а? Ты чувствуешь, что ты пропустил вот эту энергию, вот эту вот? Я чувствую, что надо было делать 320. 320 потом. И ты потому сделаешь что... 320 так же легко, как эти 300. Я легко поднял. Так же легко, как эти 300. И дальше. Интересно посмотреть на вас, 400 вы осилите или ни хрена? Ну, Саша осилит. Я только что осилит? Слышал. 400. А, 400? Да. Потому что я слышал, 400 для них, как семечки. Как семечки, да? Вина себе. Мы только к семечкам вот, подходим, вот в тех да? упражнениях они не особо. А что там же мельёжа некоторые. 400 килограмм. Тут еще и от настроя зависит. Чуть-чуть научился да, настраивать и попер. Ну, успокоился. Тогда ты можешь, что для тебя это ерунда. Mm-hmm. И пошло. То боялся, ничего не шло. Сколько там у тебя вес был? Ну, 700 было. 700, да? С чем-то. Ну, хорошо, давай. Не спеша, так это знаешь. А, ножки, ну ладно, сделай это, а потом мы тебе прикрутим это. Прикрутим штучку эту. Хорошо, раз. Плавнее. Два, отлично. Затирай все-таки. Так, три, еще разочек. А? Чувствуется, как трёт. Да, там трёт. Как трёт. Вот и до, да? Надо прокапывать сразу. Перед упражнением, да? Так, оно там нормально плюсом дает нагрузку. Так. 740 было. 740 было. И самочувствие после этих 740, спина и все нормально. Да? Все пошел, да, все хорошо. Все хорошо. И еще разок. Вот у тебя ты сходил за. Это я после уже пошел всего. А, после прострела я да, через день прострела. Пошел. Вот. Потому что я думаю, что-то не то. У меня когда такая тема, я сразу в зал иду. Ну хорошо. И хорошо. Я вот именно со спиной поработал. Хорошо, хорошо. Стало получше, да? Да. Ладно. Ладно, ладно. Сейчас вот эта неделя мы чуть-чуть подсбавили вес и посмотрим на состояние самочувствия. Четыреста было. 400 даже как-то легко. Настраиваешься и раз она подлетает, да. 400 уже для тебя это так. Ну хотя они нужны в начале слёты. Хорошо, раз. Два, три, хватит. Хватит. Стоишь, ждешь, да? Угу.
3, да, делаем? Да, сейчас подожди. О, хорошо, отлично. Отлично. Еще разочек. Хорошо. Отлично. Хорошо. Хорошо. Где? Что? Какие ощущения? Все отлично. Все отлично, да? Все отлично. Это же вообще мое любимое упражнение. После него сразу чувствую энергию. Сколько ты уж у тебя было? 740. Ну ладно. Ради вас. Вот так, пускай будет. Походи, походи. Ну, давайте подойдем к этому и потом посмотрим. Ну что, пережевываешь 300 килограмм? Нет, вы знаете... Как само собой? Я как-то даже уже забыл об этом. Я думаю... Да ты что? Я к этому готовлюсь. На 740? Нет. Насколько получится. Хорошо, хорошо. Отлично. Раз. Два. Еще разочек. Хорошо, хорошо. Отлично. Отлично, Константин. Отлично. А она еще чем веса больше, тем затирает побольше. Чувствуется. Ну ясно. Нагрузка идет. Ну, минусуй килограмм 10, а не больше. Сейчас надо давить. Твоя задача сдавить. А то. Пошел, 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 пошел. Отлично. Раз. Еще разочек. Пошел, 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 пошел. Отлично. Ну что, еще попробуем, ну никак. Давай, что-то еще пройдусь. Не говорите, вы что-то... Да не надо, там 600. Давай. Давай, пока еще. 650. Ну, 655. Да. А как будто 740 уже. Вес, вы что не говорите. Да. Мозги кипят от этого. Это потом, когда сделал уже, да, можно сказать, ты осознаешь уже все это, да. Чемпион. Так, походи на раз. Медленно, плавненько давишь и давишь. Сейчас только начинается сила земли, да? Так. Как готов, так скажу. Готов. Давай. Давай, 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 давай. Эй, красавчик. Харе. Еще раз. Не? Один, да? Да давай еще раз. Ну давай. Отлично. Красавчик. 800 килограмм. А, 800, да? Да ни хрена себе. Главное не говорить. 800 килограмм. А ощущение такое, что еще вот хочется, чтобы пошло. 600, 680, 760 и 40. 800 килограмм. А, ладно, вот закрепили успех. Сейчас охоточку, да? Надо поделать. Ну давай в охоточку. Сколько снять? Три блина стал.
И во фоточку пойдем. Спортивный канал смотрел, все-таки расскажу. Это самое, смотрю. Это... Три, да, ставьте? Три. Это 600 килограмм. Там Владимир Шмандынко. Снимает пранки. Ну, типа, он ничего не умеет, а сам он там поднимает такие тяжести, вообще охренеть. Да, начинает, типа, я не умею, да? Да, Владимир Шмандынко. Да. Я не про него, а мужичок там, слово за слово, зацепились. Там мне 50 лет, я был победителем, штанги подымал Москвы, Подмосковья. А сейчас смотрю на него, рух, блядь, все, уже поплыл. Понимаете, то есть спорт не на всех... Все, поэтому у меня болит. Поддерживать. Может, он бросил? Да, он поддерживает. Он даже в таком состоянии и то зал ходит, вы понимаете? Да. Может, у профессионала особенно, когда да, его поддерживают, профессионал, они очень сильно болеют. Да, у него начались боли в спине и пошло и поехал. Начал колоть эти всякие дряни. Ну да, это... Да. Вы увидели бы, Геннадий Петрович, он да, я видел, 50 я лет, знаю. Он, ну, понимаете, ну, как будто ваш дедушка. Вот я видел, я знаю. Хорошо. Ну что, нормально, да? Ты торопишься или нет? Я постою. Я нет. Нет. Доделаю. Я просто хочу у тебя, как и у Тиграна, взять интервью. А. И побегу. Я уже все сказал. Ну чё, я плохой, как будет жить-то? Болта, гайка, кручивание, выкручивание. Геннадий Петрович, сделайте, пожалуйста. Да, застал на четвертую. Так, сейчас. Все, на четвертую это стоит, да? Раз, два, три. Да. Начал подходить. В зеркало смотреть себя вот так, да. Ты сам попросишь или тебе поможешь? Понимаешь, уже какие-то появились у меня такие спортивные замашки, так посмотреть, как, ну, хорошо. Как Геннадий Петрович свои выпуски тоже показываешь. Этим любителям медицины. Не спеша, стал удобненько, чувствуешь, куда ты дальше, не спеша начинаешь, медленно. Хорошо, отлично, ну еще разочек, отлично, молодец, давай ему десяточку, подожди, добраться, десяточку, жди. На пару раз. Отойди от камеры. Отлично. Еще набрось десяточку. Чемпион. Пройдись. Нужды нет. Раз, хорошо. Отлично. Хватит. Десяточку. Еще, наверное, просто.
Как мне все это нравится. На разочек, а там посмотрим. Встал, все, и не спеша. Корову за время. Ты всю воду, что принес, попьешь. Ой, Геннадий Петрович, у нас ее много. Ну, это хорошо. У нас ее очень много. Нескончаемый источник. Ну что, тигр, давай. Давишь и давишь. Я хорошо себя чувствую прям. Единственное, мне вот этот наклон всегда дается. Когда идешь, все. Бок, туда. Хорошо. Здесь не надо ударить, надо раз ногу, чтобы нагрузка не шла. Сделано. Раз, хорошо, отлично, вот. Еще в охоточку, вот так точно, раз, два, ну еще разочек. Носорогу слава. Дыхание не сбилось. Тиран, по-моему, ты дольше всего занимаешься, да, начал? Самый первый. Ну, уже год где-то, Геннадий. Уже год занимаешься. Что ты за этот год почувствовал? В принципе, за этот год многое поменялось. Начало было такое, скажем так, скромное. Начало было с большим вопросом, а стоит ли это вообще продолжать? И даже ради уважения к такому человеку, Геннадию Петровичу, но все-таки не сразу понятно, по-хорошему. Вот слышишь, не сразу понятно, как это действует, да? Да я бы даже сказал больше, абсолютно непонятно. Ну, занятие так занятие, ну, не поймешь. Но целеустремленность,
Тиграна Петросовича дала свои результаты. Постепенно пришло понимание, я опять же скажу, только благодаря тренеру. Светочку. Да. Без тренера всегда непонятка была бы, скажи, Саша. Пришел, поднял, ушел, чего-то. А уже с подсказкой, с нужным словом, направлением деятельности приходит уже наша уверенность. А здесь уверенность нужна. Без уверенности дел не будет, можно навредить так сильно, что потом, как говорится, мало не покажется. А уже пошагово с Геннадием Петровичем мы пришли к таким результатам, что сам удивляюсь, да? По-хорошему. Вот веса-то большие. 300 килограмм у тебя в дожиме вот, лежа и 710. На суставы это как-то не повлияло вот, разрушительно? Вот что можешь сказать? Лично моей истории и моей возрастной категории, скажем так, все-таки 62 года, 62. Да, это такой веселый. Как у вас 70 годиков, а мне 62 годика. Ну не лет нам, понимаете, годиков. Мы еще молодые. 20 лет и 42 годика, да? Приобрелось, наоборот, скажу так, пропали лично у меня бывшие хросты маленькие. А где были хросты? В коленях были хросты у меня, да. Понимаете, теперь они стали плавнее работать, значит, пошло насыщение, скажем так, кровеносная система заработала лучше. То, что является на самом деле этот станок, равных ему нету, это однозначно. В плане восстановительной программы для человека. Но опять же, это долгострой. Ну не будет так, за один сеанс пришел, чего-то поднял, что-то это самое и ушел. Все-таки планомерная работа. И с ростом результатов ты чувствуешь больше и больше энергетика, которая начинает буквально-таки раскрывать твою личность. С ростом результата. Вот все правильное замечание вы делаете. Рост личности, рост самоуверенности, рост человека. Не просто где-то там чего-то, а ты человек, ты встал. Пропали какие-то, может быть, даже те же неумения, страхи, я не знаю, как их назвать. Ты живешь спокойно, уверенно, это дорогого стоит. Это кажется, что это все ерунда. Ты ничего не боишься, никого не боишься. Сила-силушка, дорогие мои, пришла, влилась и полилась энергией по всему телу. Лично мое впечатление такое. Фантастическая тема. Дай Бог вам здоровья, Геннадий Петрович, что разрешаете нам участвовать в этом, скажем так, для нас это проект. Для вас это ваше состояние, достояние, а для нас это проект. И участие. Великолепно, финишная моя, великолепно, фантастическая игрушка, которая хочется играться взрослому человеку и играться. Александр, сколько ты занимаешься? 4 месяца, получается, уже. 4 месяца? Да. Что тебя привело сюда? Изначально привела мне сюда грыжа моя межпозвоночная. У меня их две. Вот. То есть я-то, в принципе, и не знал, куда иду, когда к вам подошел, пообщались. Ну, приходи, позанимаемся. Я думал, мы пообщаемся, поговорим. А тут вот Геннадий Петрович сразу в оборот, так сказать, взял на тренажер. Вот. В целом, по ощущениям, вот да, что было, вот что было, вот что пришло, было, да, и вот что сейчас есть. Живые жиры в том числе. Они, ну как бы я же говорил, не перестает она меня как бы щекотать, грыжа моя, вопрос этот. Но вот общее состояние, особо-то ничего там не хрустело, да, в суставах такого нет, я-то помоложе буду. Сколько лет? 33 года. Вот. Общее состояние вот дает прям конкретно мне такой уверенности тренажер. Вот когда я занимаюсь на нем,
даже уже после занятий, выходя, вот как на улицу я иду домой, чувствую такой подъем силы, не знаю, даже вот не физическое, а что ли, морально-духовное какое-то, вот какой-то такой подъем идет. Вот. По поводу, я же говорю, грыжи, ну, пока без таких явных изменений, причем не в лучшую, не в худшую сторону, все как бы вот стабильно, нормально идет, мы же занимаемся строго по ощущениям, то есть, чтобы самое главное не навредить. Вот, но я думаю, 4 месяца это не так много, это только самое начало, сейчас и веса, как вы говорите, пошли, вот только те мы подобрались к ним, да, так сказать, вот где в, уже результат. В дожиме сколько было? 340, и штанга на поясе 800. Да, вот, штанга на поясе 800, да. Ну, прогрессия у тебя серьезная. Прогрессия есть, да, самочувствие прям поднимается, да, вот. И даже, извините меня, дело не то, что молодой, но прогрессия, она где-то внутри у тебя, по тебе вот видно, она внутри, тебе энергия она внутри, прет, да, тебя развивается, вот сегодня да. 800, там из тебя как будто брызги полетели, знаешь, ух, взял. Вот это есть, этого не отнять, да. Удивительный станок, все равно. Дает этот, извини, Саша, это самое, внутренний взрыв, понимаете, где ты его приобретешь, этот внутренний взрыв? Съев пельмени, горшок, или где? Да. Или я там побегаю. Ну, побегал, что дальше? Ну, походи. Ну, ходить на них. Чтобы бегать, суставы нужно. Чтобы суставы. Что еще там это? Скажешь, понял. Ну, в целом, что сказать? Мнение. Заниматься дальше будем. Как вы сказали, Геннадий Петрович, начинается все, что у нас? Полгодика, сказать. Полгодика походи, посмотри. Вот, как Тигран говорил правильно, 1-2 раза там 3 тренировки, ну ничего не понятно. Вроде как и тренажер, вроде ты что-то и поделал, да, там что-то почувствовал, но нет. Вот надо хотя бы, я же полгодика отзаниматься, как вы сказали, почувствовать вот эти веса, как они воздействуют на тебя, вот конкретно мне, как они энергию эту дают, а она потом проявляется во всем, то есть у тебя получается эта энергия, она идет и в семью, и в работу, и все, ты ее применяешь, вот это проворачиваешь прям, и все получается, все хорошо, то есть дает энергию вот тренажер. Так что будем дальше заниматься. Вам, Геннадий Петрович, спасибо большое, что да, принимайте нас, занимайтесь нами. Вот. Ну, в целом, как-то так. Тебе не кажется, что энергия этого человека помогает сильно? Естественно. Все. Что она, сам она по себе здесь есть. Был бы другой эффект. Другие, ну, был бы эффект, спору нету. Спорт не спорт. А с участием мастера... Светоча. Да. Да. Нет, серьезно, он серьезно. Без всякого юмора. Конечно. Идет энергия, идет. Он просто передает это. Я чувствую. Это как будто вместе с ним поднимает. Вот это же как говорили, что вокруг тренажера должно быть энергетическое аура. Поле. Вот его точно. Петрович выставил свое энергетическое поле, в котором мы сейчас находимся. Оно благоприятное, оно прям вот дает энергию. Очень полезное было. Вот вы знаете, мое вот хочу я сказать, вот очень сильно, давно уже хочу сказать, как раз момент есть. Вот этого бы человека бы, да, хороший бы, огромный зал бы, да деток несчастных сколько, сколько людей, которым нужна вот это самое, да государственная бы поддержка бы, да, бы занятия пошаговые, сколько бы добра принесло бы все это. Ну, где-то так. Все. Благодарим вас, что посмотрели наш ролик. То есть вот высказывание об изодинамической гимнастики. Доброго здоровья. До свидания. Счастливо.